Ну скажи мне, друг, где можно вот по видео выучить такие же техники, как ты сейчас продемонстрировал? Нигде, кроме как на Биджа Фрикс. Заходите, покупайте, будете уметь все делать. Салам алейкум, приветствую всех. Давно думал, размышлял, как будет лучше, и сделал вот, что придется записать как бы небольшие такие видеоуроки, базовые именно для меня, так как хотел бы рассмотреть на них определенные выходы с различных позиций, именно касаемо болевых на ноги. Часто ребята спрашивают, с каких позиций, какой именно должен быть хват, с каких сторон и так далее. Поэтому думаю потихонечку в одном видеоуроке раскрыть с разных сторон различные выходы. Для себя решил, что буду в данном видеоуроке рассматривать три позиции, потому что они адаптированы и для соревнований по бразильскому джиу-джитсу и по грэпплингу ноги, воздействие на ахиллово сухожилие, выходов на рычаги колена с различных положений и, конечно же, базовый прием футбол. Спасибо большое.